Мои дорогие зрители, Бусёныш знает, короче, цену деньгам, да. Буся знает, за что хвататься. Буся, нет, 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 Буся, никто тебе денег не даст. Даже, ну, Буся, это бесполезно, Бусь. Буся, я тебе серьезно говорю, никто тебе денег не даст, Буся. Смотри, он разобьется, оно того не стоит. Да, Буся, за вот это бабло, короче, тебе, Буся, покупают и келес, короче, еду, да. Да, Буська, и горшок тоже, кстати. Так что, Буся, видите, мои дорогие зрители, Буся, ну, не дурак, Буся знает, короче, что такое деньги и цену деньгам. Бусёныш, это ж надо такое, я в шоке, это ж надо. Буся, Буся, смотри, ты над пропастью стоишь, Буся уже поднавис, но не сдается. Бусёныш, не дам я тебе бабло. Блин, зрители, а Бусёныш же так прогрызал деньги, а? Придется менять. В Украине то такие деньги не принимаются, то есть они принимаются только с комиссией банка. Да, и там комиссия банка была 5% от суммы, если ветхая купюра. Так как валюта для Украины это... Гляньте на него. Бусь, ты уже и так погрыз, понимаешь? Короче, надо будет менять деньги. Блин, нормальное бабло, которое бы ходило в Украине, понимаешь? Ну, в Америке это ихняя валюта, она ходит без проблем. Пойду за эти деньги, куплю все, что хочу. А вот в Украине будут проблемы, потому что это уже будет считаться ветхая купюра. И за ветхую купюру, то, что принимает банк, нужно отвалить 5% от суммы. Но хочу вам сказать, я, если честно... как сказать, не знаю на сегодня, но это было лет 5 назад, как я работала в банке, да, вот такая была история. Бусь, ну что ты расстроена я теперь, Бусь, не поможет, понимаешь, денежку ты порвал, да, порвал денежку, и что теперь мне делать, а? Идти в банк менять? Гляньте, Келес услышала шелест купюр, Келюська тоже пришла за долей своей. Келес, ни с кем делиться не собираюсь, так и знаете. А ты не настраивайся, Буся. Да. Келюська, моя милая, любимая девчушка. Келюська спала. Все, все, я тоже хочу пойти отдохнуть. Бусёныш недоумение. Бусь, ну шо, шо, ну шо я сделаю? Гляньте, вот на купюру смотрит. Как такое может быть? Бусь, неужели ты понимаешь, что эти деньги, ну, короче... Бусь, ну нельзя просить у Бога деньги, понимаешь? Буся, это большой, огромный грех. У Господа Бога можно просить все, что хочешь, но только не денег, Буся, не богатство. Ты понял? Так что, Буся, задумайся над... Ну только же сказала, Бусёныш, ну нельзя же, ты же знаешь, что такое. Все, Буська, все. Надо прятать от этого Бусёныша деньги, потому что это ужас какой-то, гляди. Он на них только и смотрит, понимаешь? Туда повернул, туда. Туда, туда. 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 Сюда. Сюда. А ну, Келюська. Келюсь, как ты насчет купюр? Вот видите, а Келя с Басей, вот видите, дорогие мои зрители, не из-за денег, а из-за любви, видите, она на деньги не падкая. Келя, ну еще раз, дубль два. А ну, Буся, Бусь. Буся, деньги, видите, падки. Так что, мои дорогие мужчины, вы тоже к деньгам любители. Ужас, Бусёныш, я не верю своим глазам, вы же понимаете, Буся падки, мужчина падки на деньги, а женщина нет. Вот Келюся, Келюся, она с Бусёнышем по чистой любви, не из-за денег. А Буся как бизнесмен, ему сколько бабла не давай, сколько он не зарабатывает, все он считает, что мало, ему и мало. Бусь, в могилу с собой все не заберешь, ты же понимаешь это. Поближе, да, поближе, мой ребеночек пришел, ребешонок, ребешонок. Все, Буська, все.